упакуют всех коматозников, повезут на допрос. Что делать будем? Да я не наркоман, но я просто пришел потанцевать, с телочкой познакомиться. Но меня мама наругает, отпустить. Покажи руки. Да вот, видно же, что чистый я. Наркоман. Реально, если я чистый. Все, боже. Вообще таблетки нашли. Устроил тут притон. Да вы знаете, что этот клуб принадлежит уважаемым людям. А ты этих людей позоришь. Наркотой торгуешь без их ведома. Ты что, думаешь, они тебя вытаскивают, что ли? Дурачила. Давай колись, наркоту берешь. Я хочу видеть своего адвоката. Сейчас приедем на место, я тебе проктолога вызову. Стой здесь! Да. Ланьков, ты? Да, товарищ генерал. Да, точно. Все в порядке. С Петром. Ничего надо, исчезни отсюда. Че, менты на попятый дух? Не высовывайся. Тут, в общем, такое дело. Я у Гоши дозу взял. В общем, пришлось все в унитаз слить. Если что, Гоша докажет. Поработали? Поработали плодотворно. Молодцы, сворачивайте, здесь санкция отозвана. Как санкция отозвана? На, держи. Спасибо. Давай, 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 отваливай. Придурок чертов. Только тебя не хватало. И что теперь делать? Отпускать всех и по домам. Понятно. Выполнять. Вавилон, отбой! Отпускаем всех! Товарищ капитан, не забудьте вызвать вечером себе проктолога. Он вам понадобится. Уберите его. Давай, давай! Отлично. Черт. Мать честная. Погоди! Брат! Брат! Ты чё? Юра, Юра, успокойся. Успокойся, не надо. Успокойся. Все равно его уже не вернешь. Правильного порошка дешевого продали на 40 тысяч. На складе почти не осталось ничего. Скоро подвезем. В пути. И еще жидкости для мытья посуды тоже надо бы. Будет. Ты мне напиши все. А, да, да, есть, вот. Ну так это, я пошел. Ничего не забыл? Не понял. Выручку сдать не хочешь? А, да, простите, забыл. Здесь 200 тысяч. Молодцы. Передай всем премия за этот месяц. Угу, угу. Чё стоишь? Артем Николаевич, здравствуйте. Здорово, Роман. Как дела? Значит, ситуация у нас такая. Людей менты из Джаги выпустили, а порошок вместе с таблетками загребли. Ничего. Заедешь по новой. Все на старом месте. Деньги где? В машине у вас. Под сиденьем чемоданчик. Хорошо. Это твоя зарплата. Ну все,
Грузовик с товаром приходит завтра. Нужно встретить и расфасовать. Понял. Угощайся. Да кого вы ищете, а? Подожди. Кого ты ищешь? Руки убери, раньше скажи на бас! Я тебе говорю, Юр, успокойся, тихо. Хотя пацаны, я успокойся. Убери его отсюда. Тихо, Юр, тихо, я тебе говорю, тихо. А я не прав, да? Я что, не прав? Пойми, каждому своя. Там, где боль, там, где боль. Я знал Лешу. Он был добрым, умным, веселым парнем. А сейчас его нет, потому что какая-то шваль продала ему дозу. Ну, Леш, царствие тебе небесное. Успокойся, пойми, его не вернешь! Тихо! Тихо! Откуда дурь идет? Какая дурь? Я не знаю. Не знаешь? Ты не говоришь, тогда покричи. Давай! Забьем их до смерти. Не буду. Я трогаться сделаю. Я все расскажу. Груз придется отвезти в магазине с бытовой химией. Машина на южанских номерах. Если ты соврал, я тебе язык вырву. Отпускай его. Пытайся спрятаться, все равно вычислю. Давай. Чё ты моргаешь? Что за чёрт? Че везешь? Бытовую химию. Мы посмотрим, какая она бытовая. Thank you.
называется? Ты что, забыл? Да, жду. Зарезали из 50-й квартиры. Роман Ожогов. Мать, жена, сыну год. Ну, все из Южнинска. Чем занимался-то? Официально грузчиком был на рынке, а неофициально наркотой промышлял, скорее всего. Ну, я его за руку не ловил. А в квартире всегда было тихо, чисто всегда было. Спасибо. Что скажешь? Да что тут скажешь? Свои зарезали.
Ну, терки, наверное, по-любому между собой. Интересно, он был знаком с ребятами с трассы? Не знаю. Можно на рынке поспрашивать. Или у близких. Так, с близкими я сам побеседую. Тут деликатно. Ну, конечно. Я ж грубиян. Ты выяснил, кому фурошно? Да. Коммерсант Иванов. А дедушка лет 70. Ничего не знает, не слышит, не видит. Сидит, бумажки подписывает. Все, бумажки. Ну что, знакомые приносили? Да. Два трупа на трассе из Южинска. И тут их земляка. Какая между ними связь? Ты думай. Пойду на рынке поузнаю. Одна коробка за мной, сами ее разгружаем. Стоять! Никого не двигаться! Брось пистолет! Я ему горло перережу!